Итак, ребята, в следующем 11 курсе мы с вами делали формы для добавления новости. То есть, первое, это решили добавлять заголовок. Второе, картинка, чтобы загружалась. И третье, сама запись. Обратите внимание, то, что в предыдущих уроках мы делали, да, то есть слуг у нас здесь поля нету. То есть мы в предыдущих уроках делали, слуг у нас действительно заполняется автоматом. Значит, все мы разобрали очень подробно, но вам домашние задания. Домашние задания я перечислил. Значит, что надо сделать дома? То есть моя задача была показать это дело в коде. Мы объяснили, дописали в модели, переопределили get absolute URL, ну и так далее, и так далее. В общем, все у нас заработало. Значит, домашнее задание. Домашнее задание. Разобрать очень подробно, кто упускал до этого, зачем нужен commit false. Оформить дизайн. Ребята, обратите внимание, обучение дизайну с меня плохой. Я могу научить программировать, а вот дизайн это немножко. Поэтому я сделал только общее. А ваша задача оформить дизайн, сбросить в группу этот код, помочь тем, кто меньше разбирается в дизайне, оформить при помощи либо Bootstrap, либо CSS, как любые варианты. В общем, сделайте, чтобы это было по-вашему, да? И третье, поработать с библиотекой Christie Forum. То есть мы с вами в данном случае использовали библиотеку Christie Forum. Она расположила более стройно наши поля. Но вам надо поработать, показать свои варианты наработки, то есть вытянуть что-то для себя, чтобы очень хорошо помнить об этой библиотеке. Это хорошая помощница работы с Django. Итак, все получится. Кто начал с этого видео, значит, начинать ссылки в описании видео. Начинать надо обучение Django с сайта spb-tut.ru. Также ссылка на этот курс. Курсы в данном случае находятся на сайте python-tut. И мы с вами продолжаем писать социальную сеть на Django, то есть модуль социальной сети, где люди смогут совместно добавлять записи, читать, подписываться на записи, кликать нравится, не нравится и так далее, просматривать ленту. То есть, по сути дела, в дальнейшем вы можете просто изменить модель. Мы сейчас взяли самое такое распространенное контент, но вы можете добавить там и URL, и картинки, и, в общем, грубо говоря, написать кучу модулей и все что угодно. И все, ребят, все получится.